Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжим рассказ о произведениях иконописи Оружейной палаты, которые были представлены на временные выставки в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Одна очень важная тема в русской иконописи начала XVIII века, ну, собственно, она началась еще и в конце XVII, но в начале XVIII века она достигает такой кульминации, этот процесс. Это богородичная иконография, стремление собрать воедино все сведения о богородичных чудотворных иконах по всему христианскому миру, как в литературном виде, да, то есть в виде сборников сказаний, так и в изобразительном виде. Это были и гравюры, первые своды чтимых богородичных образов гравированные были сделаны в 13-14 годах московским гравером Григорием Тепчегорским. И возникает стремление создать полные иконописные своды всех известных на тот момент чудотворных богородичных образов. Ну, естественно, круг известных икон расширяется. Далеко не всегда знали, как они выглядят. То, собственно говоря, и в источниках часто не предполагалось, что там речь идет о какой-то конкретной иконе. Там чудо совершала Богоматерь. А русский читатель это истолковывал как чудо, произошедшее от иконы. Дело в том, что источники этих сказаний, они были очень разные. Такой большой стимул к собиранию всех сведений о чудотворных иконах всего христианского мира дала книга Иоанникия Галитовского «Небо новое», где были описаны как раз богородичные чудеса, всякие разные, в том числе от икон. И там речь шла и о ближневосточных иконах, и о западноевропейских. И это все вводилось в круг благочестивого чтения жителей московского государства. И эти образы, они в ту пору как раз вошли в месяцы слов. А поскольку не знали, как многие иконы выглядели, да и сохранились ли они на тот момент, то им придумывали иконографию, потому что русский человек, он же не может не видеть картинку. Да? Есть упоминание об иконе, значит, нужно видеть ее воочию. И вот как раз Григорий Тепчегорский занимался тем, что придумывал иконографии этим образом. А откуда взять образец? И использовали ведь не только источники восточно-христианские, использовали западноевропейскую печатную графику. Ну, не секрет, что с середины 17 века очень активно используются в русском искусстве лицевые библии, то есть библии в картинках. Это сборники гравюр с краткими сопроводительными текстами, которые подробно иллюстрируют священную историю. Все храмы второй половины 17 века, начиная с церкви Троицы в Никитиках, расписаны именно по таким лицевым библиям. То есть обновление композиции идет. И то же самое происходит и в богородичной иконографии. Приходят отдельные листы, сделанные разными мастерами. Это и конец XVI века, братья Вириксы, очень известные антверпенские мастера. Это и даже листы из мастерской Рубенса. Потому что работы Рубенса, их репродуцировали его ученики в графике, в тиражной графике. И вот эти источники многообразные, наряду с афонскими иконографиями новыми, которые не были известны в ту пору, с критскими иконографиями, это все переосмысливается как свои родные православные иконы, достойные почитания. И вот эта икона, около которой мы стоим, вернее, это рама для иконы, там был образ Богоматери Владимирской, это первый известный нам свод богородичных икон. Он написан мастером Оружейной палаты Иваном Дорофеевым. Он, очевидно, был сыном мастера Дорофея Иванова Глоткина, тоже мастер жалованного Оружейной палаты. Эта икона, она написана не просто так, она написана в связи с вкладом ее в Московскую церковь, церковь Петра и Павла на Басманной. Там есть имя вкладчика. Иеромонах Московского чудового монастыря Никон Драницын. И вот тут все становится на свои места. Дело в том, что вот эти сборники в начале XVIII века, гравюры, это такой вот всплеск как бы иконопочитания. Это была реакция на некоторые изменения в сознании русского общества тогда. Дело в том, что культурные границы раскрылись, и с Запада шли идеи протестантские, иконоборческие. И действительно, в 1714 году в Москве было громкое дело кружка Дмитрия Тверитинова.
Это был лекарь, аптекарь московский. И там, значит, им менялось то, что они не почитают иконы. Так вот, одно из драматических событий этого дела произошло именно в Чудовом монастыре. На глазах, очевидно, у этого самого Никона Драницына, когда один из подозреваемых по этому делу, там велось следствие, он был приведен в Чудов монастырь, когда покаялся и захотел, так сказать, уже отстоять литургию перед иконами, он неожиданным образом, хотя и был связан откуда-то, выхватил нож, освободился и порезал икону митрополита Алексия около его раки. То есть это было очень такое громкое событие, и это было откровенное иконоборчество. И вот публицистика того времени и иконография – это как бы вот ответ на эти деяния. Это новое утверждение иконопочитания, так свойственного православию. Икона – это состоит, как вы видите, из огромного количества изображений. Здесь можно найти иконы знакомые. Нет, конечно, Владимирская, потому что она была в центре. Там Тихвинская, Ярославская, Толкская, Федоровская. То есть давно и хорошо известные. Но есть и масса новых, которые стали известны благодаря новым литературным источникам и благодаря новым изобразительным источникам, которые использовались мастерами. И вот, в частности, некоторые сложные и редкие иконографии, они потом... Естественно, что эта икона писалась с гравюр, поскольку эти маленькие изображения, они были на листах неразрезанных. Потом их разрезали, могли вклеивать в сборники. Или неразрезанный лист, он, так сказать, был стимулом для иконописца написать это все вместе. Вот. И каждая икона имеет подпись. Но потом эта традиция сводов богородичных икон, она получила развитие уже с конца XVIII века. И многие иконы, редкие иконографии, которые мы видим на этой раме, они есть и в отдельных иконах. И такие иконы представлены у нас на выставке. Одной из таких редких иконографий, которая появилась на рубеже XVII-XVIII века, благодаря западноевропейской графике, это Богоматерь Силуамская. Неизвестно даже, откуда происходит ее название. Сказания, они очень кратко. И речь там идет об одной из икон, которая находилась в Палестине. Эта икона повторяет гравюру, изданную в конце XVI века в Антверпене Иеронимом Вирексом. И отсюда так много необычного в ее иконографии. Прежде всего, это волосы, раскиданные по плечам Богородицы. Голова ее покрыта, но у нее такой странный немножко головной убор. На гравюре там изображен тюрбан, такой вот итальянизирующий. У нее необычное платье с таким V-образным вырезом. И младенец, который расположен слева от нее, он изображен в такой очень подвижной позе, не характерной для традиционной восточно-христианской иконографии. Таким образом, мастер перевел западный источник в икону. Икона эта довольно сильно пострадала. Ну, ее в XIX веке поновляли, и фон ее золотой и светлые поля – это то, что относится к поновлению. Но само изображение по контуру и нимб, двойной нимб Богоматери и Младенца – это авторская живопись. Судя по характеру письма, эта икона была выполнена мастером поволжского происхождения. Ну, конечно, он был связан с Москвой, потому что редкие гравюры были сосредоточены только там. И там мастера как раз активно творили новую богородичную иконографию. Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева об иконописи Оружейной палаты. Всего вам доброго. До свидания.